Собираемся на Озон. Андрей, там запчасти пришли. Вот. А я пришла с ногтей. Я вам уже показывала, друзья, такие ноготочки. В общем, сделала ногти, прошлась по магазинам, купила кое-какие продукты. Ну, с попозже придем, покажу. Ну, так ничего особенного. Рыбку взяла ментай Андрюшке. Он меня не встретил. Ну, я ему не стала звонить. Я сходила в часовню. Всего сходила в часовню, сходила по магазинам, прогулялась. Так, знаете, решила сама погулять немножко. Развеяться. Развеяться, да. Прогулялась так сама, знаете. Единственное, моющего своего не нашла. Это какой я беру-то, забыла тебе говорила. Это как оно называется, это моющее средство для посуды. Ладно, забыла, потом скажу. Вспомнила, у меня есть пузырек еще там чуть-чуть. Ну вот. Сейчас вот валялись, пришла, у нас света нет. Я пообедала, Андрюшка только поела, я пришла, быстренько поела и легла. Спать не спала, но валялась. Что-то я сейчас разбитая. Андрей говорит, пошли, ты мне нужна как помощник. На всякий случай, а то там ну, несколько этих, и вдруг в руках, в одних будет мало, одних двух рук. Говорил, заказал я запчасти на Озоне, в принципе, это, а то некоторые скажут, вот, на Озоне что ты там заказал, там то же самое, заказ, как по обычных автомобилях этих. Хотите, вот, ну, у меня, правда, как, с Китая я не стал заказывать китайские, вот, заказал германский сначала. Сначала что-то выдало, что вышлют, все, потом отменили заказ, то есть германский не получат. Ну вот заказал южнокорейские, то есть оригинальные, что у меня машина, у меня она этой корейской сборки, это. Ну вот взял оттуда, заказал, пришли, это. Сейчас посмотрю, лишь бы не перепутали, я в сборе брал рычаги, я не стал, это самое, отдельно сайлентблоки брать, там шаровые, сейчас чтобы мне самому поменять, поддокрасить, болты открутить. Поменять, а потом уже эти самому потом запрессовать либо на станцию. Ну, не знаю, посмотрим. Вот посмотри, чтобы рычаги не пришли, нет, разные, правые и левые, а то могут перепутать и что-нибудь одного, то ли левых два, или правых два могут. То есть у меня и рулевой тоже у меня рычаги. Один уже пришел. Здесь вот этот самый такой. И вот сейчас еще второй должен прийти. Вот, так а что-то... ты хочешь нектарин? Потом. Я так что, друзья, а то сейчас некоторые скажут, вот на Озоне какие там запчасти. Там такие же запчасти, как и. Мусор захватите, это мусор. А как? Мы сейчас не мимо пойдем. А где там? Мы же вот тут пойдем. А здесь давай пройдем. В окружную. В окружную, ну пошли. В окружную пойдем. Ну чего? Прогуляемся. Вообще у нас хорошо здесь, на задах прям, так-то близко здесь, вот, за домом прям. Да, у нас рядышком Озон. Да, поэтому мне это самое, это мне туда обычно еще, я раньше заказывал в Автовершине, там, ну, далеко мне туда это каждый раз бегать. А теперь, друзья, у нас еще и Пятерку открыли. А, доставочку. Да. Цивилизация да, и до нас дошла. Да, мы обалдели. Мне сегодня Оксана сказала, говорит, Наташа, сделали на этом... Пятерку можно заказывать. Что-то заказ от 500 рублей заказываешь, я так поняла. Рубль доставка, да. И в течение 30 минут. Все самое лучшее. Да, они пишут, они говорят 30 минут, а говорят, привезли даже за 15 минут. Может быть, это от расстояния зависит. Да, они как бы, ну это значит максимальное. Да. Как бы, сам, ну мы довольны. Да, в принципе, да, нормально. Мало ли что-то нам надо заказать, да? Вот да, особенно... вот я вот дома сижу и что-то надо, раз, заказать. Машина сломана, мало ли что. Картошку также мы покупаем же все равно там. Ну, когда-то мы в овощной ходим, но вообще, если уж такая доставка есть, так можно и там заказать. Ну, в принципе, да. Да, вот так. Так что мы довольны. Ну, и я думаю, что многие у нас довольны в городе. Так что, девчонки, кто наши местные не знали, я, например, не знала. Теперь радуйтесь и заказывайте. Вот. Да. Это не реклама, мы просто делимся. Да, рекламы да. Нету. Мы просто делимся то, что это очень удобно заказать продукты из дома. Сидишь, заказываешь. И знаете, это экономно. Как мы, вот, например, с Андреем экономно заказываем, например, не ходим в эти сети, но да. Я ему говорю, а это же экономно. Ты сидишь и заказываешь на определенную сумму. Ты не идешь. То, что надо. Ты смотришь то, что да. Надо. А обычно как мы заходим в супермаркет, ты идешь, смотришь, о, вот это. Вроде там, у нас сколько раз такое бывало, мы приезжали за чем-то, не взяли, зачем приезжали, а набрали полные сумки. А на кассе сюрприз.
когда расплачиваешься. Такая сумма. Поэтому дома сидишь, уже знаешь, на какую сумму у тебя покупочка твоя. Ну да, ты медленно, ну что там. Не торопишься, показываешь. Там, что захотел, выбрал и все. В корзину, наверное, так же, да, ты заходил на сайт. Так же складываешь корзину и потом заказываешь. Так что, друзья, заходите, смотрите. Все, мы побежали, а то у меня рука устала, я опять без штатива. Мне устала рука держать. Где у тебя штатив? Вот здесь мы живем, наш двор. Вот у нас магазин, и прям вот там за магазином у нас Озон открыли. Прям рядышком. Здесь, ну да, говорю, у нас прям рядом здесь. Что здесь, прям 5 минут ходьбы. Ну там, да, даже ближе. А с другой стороны, пошел. Да. Тоже у нас здесь рядышком партнерская аптека наша. Вот. И Озон рядышком. Через одну дверь. Когда-то в нашем районе здесь не было аптеки. Не очень давно ее открыли. Ну, очень удобно. Я так думаю, что люди, наверное, кто здесь, не надо никуда бежать, а рядышком сходил. Тем более здесь клиника рядом у нас. Такая частная. Сходили, зашли, взяли, что надо. Тоже такая же аптека плюс. Смотри, ксерокс здесь, видишь? О, надо знать, Андрей. Ну, да. Если так вот рядышком сбегал. Не было. Ага. Товар дня у них разложенка. Здрасте. Здрасте. Чистенько, хорошо, примерочные здесь, все цивильненько, да? Хорошо. Что там помочь, может, они тяжелые? Ну, здесь все маленькое. Да я просто посмотрю, они это, будет правый или левый. Ну, ты проверь сразу, Андрей. А я сейчас вот это допустим. На ощупь. На ощупь. Ну да, по этим сетям. Просто вот да. Вот они сам. В принципе, да, вот они правый левый. Что, ничего не надо? Да не, не надо. Все, в принципе. Железки они тут думаю, ломаться нечем. То, что мы их откроем, это на, вот это что-то. Ничего не даст. Всего-всего. Спасибо большое. До свидания. Ну вот и все. Забрали. Да. И немного здесь запчастей-то. Ну просто это там маленький. Угу. Здорово. А денек-то разошелся. С утра так прям свежо-свежо было. Вот здесь у нас клиника рядышком, видите, как с нами Мария, медицинский центр. Ну, это как-то я клиника называю. Че, Андрюшка, доволен? Или еще радоваться рано? Ну да, еще пока рано. А может, надо было посмотреть, Андрей? Вот ты такая натура, никогда не посмотришь. Я всегда открываю что-то. В смысле? Да не, нормально. Ну иди, ладно. Шуруй. Сейчас будешь дом смотреть свои игрушки. Быстрее будешь машину сделать. Я без машины вообще, как без рук. Ой. У нас здесь, видите, как люди сидят, отдыхают. Под навесами шашлыки жарят. А подожди. Че, Андрюш? А, вот он такой. А то у меня в коробке было, а это что-то пришел так. А это вот что такое? Вот это мягенькое. Это здесь бов, боже мой. Вот на все этот пакет здоровый. Здоровый пакет и один бов только всего лишь. Шпилька там это. Ну давай, шпильку твою. Что это такое? Мелисса, что ли? Нет, это мята, но она не как наша. А. Хочу это.
настоечку сделать. Понятно. Такую. Там лимончик, мята. Не настоечку. Не настоечку, а это. Я понял. В общем, водичку, туда огурчика, лимончика. Ну, короче, в общем, такое будет. Чтобы это согнать жидкость и жиросжигатель. Ебун трава, короче говоря. Подожди, мне что надо было? Петрушку. А у них есть? Все, огурцы отошли, почти засохли. Нашла? Угу. Что делать в осени? Киска где? Мамашка это. Я вижу. Ближе к осени уже все отходит. Так, давай еще один перчик срежу. Красненького. Сейчас рататуй буду готовить. По-русски говоря, овощной рагу. А то привыкли рататуй, рататуй, да? Угу. Я вообще не знаю, что такое. Все, пошли, девушка. Пойдем. Все, пришли мы домой. В общем, это, запчасти в машине оставил Андрей, а эти он принес. Вот такой здоровый пакетик. Да. Вот в таком пакетике, да, в целом. Что вот там? Такая вот шпилечка. Здоровый пакетик. Я одну ты выслал, у меня одна там сломалась, а эту, одну еще взял на запас. Вот, ментайчик взяла, вот такой, в Победе. Знаете, девчонки, я не помню почем. Сейчас я вам скажу свою закупочку. Ментай по 157 рублей. Ну, неплохой, знаете, он небольшой такой ментай. Вот в прошлый раз как-то я давненько, правда, брала. Ничего, нормальный, пожарила. Так что вот хочу сейчас его, он разморозился, сейчас его поджарим на ужин. Вот, рыбка будет. Кабачки там взяла, знаете, там перец красный, болгарский, вот такой здоровый был. Ну, уже, знаете, смотрю, остатки люди повыбирали. Зеленый-то хороший, 35 рублей, девочки, кому надо. Хороший такой прям перец. Зеленый, если без разницы людям там замораживать, там фаршировать. А мне, я думала, речи сделать, хотела взять красного. Но он уже такой, выбрали хороший, остался только не очень, там кое-где порченый, обрезать я вот не стала такой брать. А перец хороший, такой мясистый, я в том году, по-моему, брала там нормальный. Ну вот, потом что взяла, картофель взяла, по 30, по 17,90 картошка, там дешевая. Неплохая, не крупная, среднего размера, не знаю, как на вкус. Давно не брали картошку, а это хочу себе опять, девочки, сделать овощного супа. Я просто тащусь от этого супа. Приготовила в прошлый раз без картошки, только кабачок на мясном бульоне. Кабачок, морковка была у меня, и все. И, по-моему, я еще зелени добавила. Такой суп обалденный, пюре, суп-пюре, прям вкусный. Еще раз сделаю, просто наслаждаюсь этим супом. Легкость, сытость для меня прям. Отлично. Кабачки. Кабачки 59,90. Тоже хорошие кабачки. Вот видите, я не знаю, где дешевле есть, нет, но вот 59 рублей в Победе. Хорошие, смотрю, кабачки прям такие. А, вот захотела шоколадку, взяла шоколад. Сейчас скажу, почем он там. 62,90 бабаевский. Девочки, ну вкусный шоколад. Даже Андрей, на что он такой привередливый, к конфетам он ну, практически не ест, и шоколад. А здесь он съел, мы с ним съели подольки шоколадки. Он говорит, хороший. Ему даже неплохо от него. Так бывает, он чувствует, что что-то не то. И шоколад такой вот прям натуральный, прям бабаевский. Я не знаю, прям вкус вкусный. Так что можете взять, если кто любит темный шоколад. Он прям, ну прям... Ну, он, наверное, без акции. И запах не, такой вкусный. Не по акции, да? Ну, это Победа. Там нету по акции в Победе. Да. Ну, знаешь, вот привоз. Ну, прям хороший, девчата. То бывает, вот берешь...
Нормальный. По акции потом берешь какая-то. Да, акция. Мы брали так уже. Другой производитель, а у него там ТУ, ХИРУ или там еще что-то. Не знаю. Андрей, что-то здесь тоже. На вкус вроде нормально. Андрей, Минск. Минск? Минск. Белок. А мы брали, Казахстан как-то попали. Ну да, да. Как соя была, вообще невкусно. А это минский шоколад. В принципе, вкусный. Белорусский. Белорусский. Да. Так что, девочки, я даже не знала. Вот можно брать, он даже пахнет, как раньше наш бабаевский. Ну да, я его попробовал, вот как в это, вот в советское время. Я говорю, раньше наш бабаевский, московский. Так что белорусы, вам респект, молодцы, умеете готовить. Ну, белорусы вообще хорошая у них продукция. Ну, если которые белорусские мы пробовали, нам почти все нравится белорусское. Ну да. Так что молодцы белорусы, наши дружбаны, наши, вот. Так что нас тоже в Беларуси смотрят, если что. Вот. Потом это, ну, вот этот хлеб ржаной пряный взяла. Опять такой же хлебушек. Мы любим такой. Это я заходила в Магните. Магните. 35 рублей, по-моему, он стоит. Да, в Магните только. Только в Магните. Ну, мне кажется, стоит. Он бывает в Пятерке. Да? Бывает, да. Может быть. Угу. Про Победу сейчас еще скажу. Чеснок я там взяла. Вот сушеный я там беру чеснок. В принципе, нормальный. Вот этот чеснок 10 рублей, 10,70. Взяла 4 штуки. Чеснока сухого, хоть есть и свежий, но нектарины по 119 рублей были. Очень вкусные. У нас там остатки остались нектаринов. Вот еще взяла. Ага, лимоны по 119, по-моему, тоже были лимоны. 137. 3 лимона взяла. Так что хочу вот сейчас себе сделать лимонную водичку. Там с мятой, огурчик туда. Очищаться будем. Огурчик добавим туда. 15 часов он должен стоять, этот настой. И потом будем пить. Так, мята, лимон, огурчик свежий. Я попросил бы не обобщать. Там надо еще идти. Будем пить, так легко говорить. Ну ты любишь же все это. Ну я люблю, только сначала попробую. На тебе испытаю. Имбирь. Но имбирь, так как у меня желудок болит, я могу имбирь не добавлять, а добавлю туда ромашковый чай. Ну вот, в общем, вот так. Картошку сказала, это сказала. Ну вот так вот. А, и лаваш зашла, купила в этом, ну там, в овощном лайке. Вот у них вкусный лавашек, мне нравится. И детское мыло, фикс прайс, зашла, купила. Я такой беру, крем-мыло детское. Вот так, ребят, ну все. Вот такая у нас была закупочка. Сходили мы вот это самое, по делам. Еще сейчас зашла к сестре в огород, стырила у них, смеюсь, это стырила, у нас ключи есть от ихнего огорода, взяла мяту, но мяту взяла такую вот, которая в огороде, садовую, не которая комнатная, сейчас ее хорошо помою, потом взяла еще петрушку, вот, и вот у них нарвала этих перцев, так что вот. Ну вот так вот. Сейчас буду тоже готовить, жарить, парить. Ну и все. Так что увидимся позже. Всем пока-пока. До новых встреч.